некоторые деятели на Западе и в Соединенных Штатах хотят украсть у нас эту победу и присвоить себе. 7-8. Ты настолько самолюбив и амбициозен, что признавать свои ошибки ты никак не хочешь. И это очень плохо. Я сделал сам свое дело и работаю сам на себя. Так вот, вам бы позавидовать. А работать надо и на общество, не только на себя. Скажи мне, а где же ты для общества работаешь? Я и сейчас для общества. Где ты работаешь для общества? Работаешь на определенного человека, который над тобой стоит, которого зовут начальник. Когда ты опять к инженеру придешь, ну сложнее, сложнее же будет. Когда тебе хочется творчеством заниматься, а тебе говорят, займись-ка ты писаниной, а творчество у тебя будет потом, а мне не надо потом. Мне кажется, если бы со мной ездил чувак моего уже возраста, то мы, наверное, не знаю. Перед половиной клуба. Если ты это сделаешь, а тебе отнесется статус, ты должен быть недоступным. Нет, тогда ты будешь на высоком уровне. Но если ты хочешь остаться стриптизером, я не против.